сегодня полетим с вами от теплотрассы до южного портала, до входа в тоннель с южной стороны. Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту. Сегодня у нас 27 ноября 2018 года. Ну и вот, как я сказал, начинаем заход на теплотрассу. Вот видим мы 74 метра длиной, эта теплотрасса. Проходит она сверху, и под ней пойдет железная дорога с моста в сторону Багерова. Вот сейчас мы это хорошо видим, что здесь готовится уже насыпь. Ну и вот, собственно, на схемке видно то, что я вам говорил. Технологическая эстакада длиной 74 метра. Под ней пойдут поезда. Вот здесь, правда, они еще не электрифицированы, но будет все электрифицировано. И погнали с вами дальше. Посмотрим, какая вот здесь готовность. Вот этот самый кусочек от теплотрассы и до однопутной эстакады. Он не охвачен был, потому что вот если снимаешь с горы с левой стороны, то ее как раз вот эту часть дороги не видно совсем, если снимать камерой. А вот здесь мы с вами все это хорошо видим. Здесь огромный объем грунта был перелопачен. Посмотрите, вот тоже какие откосы. Засеяли уже гидропосевчиком. Вот видно еще немного другого цвета. И сверху, смотрите, какие холмы. Здесь тоже техники очень много трудится. Вот здесь даже видим. Но это здесь пока вот готовая часть. Вот с левой стороны, видите, уже вот геотканью накрыто. И как раз вот она. Вот она, вот она, однопутная железная металлическая эстакада или путепровод длиной 115 метров. Это сверху пойдут поезда Керчь, Центр, Аршинцево. Она действующая, сейчас ее перекладывают. Вот хорошо будет видно, что старая дорога демонтирована, и новая вот отсыпается и будет врезаться в старую. Как раз вот сейчас подальше мы с вами это хорошо увидим. С правой стороны это будет. Вот она, эта эстакада, однопутка. Сама эстакада уже готова. И вовсю уже подсыпают насыпь к ней. Вот посмотрите, какие грандиозные объемы. Здесь вот как раз геотканью начинают застилать откосы. Видите, раз, два, три, четыре уступа. И такое масштабное все. Вот не передает, конечно, картинка, кадр. Если вот видишь это все своими глазами, очень огромные объемы. Даже вот посмотреть, смотрите, вот экскаватор, самосвал. А самосвалы здесь очень большие. И как игрушечные, действительно. Выбирают вот корыто как раз они. Дальше идет дорога, строит ее хорошими темпами, чтобы успеть к концу следующего года все сдать вместе, и мост, и подходы к мосту. Напомню, от моста до Багерова 18 километров. Вот справа видите, это однопутная эстакада над автомобильной дорогой. Она наполовину разобрана, вернее, не наполовину, а вот часть разобрана. Это как раз будет здесь перепускать ее, и она пойдет по новой насыпи, как раз на ту эстакаду, которую мы с вами несколько секунд назад видели. Ну а мы подлетаем к вам с вами к очередному искусственному сооружению. Это два однопутных железнодорожных путепровода длиной 214 метров. Они как раз пересекают сверху автомобильную дорогу, идущую от моста. Ну, это подходы автомобильные, или можно их уже смело называть частью Тавриды. Потому что как раз на 9-м километре она идет основным ходом и уходит на Феодосию влево. Вот если смотреть вверх, а справа остается Керчь на развязке 9-го километра, съезд в Керчь направо, а налево Феодосия. Много спрашивают у меня, мои уважаемые зрители, предусмотрен ли съезд в районе самой Керчи, не на 9-м километре, а вот где строят разворотную петлю. Пока не предусмотрено, но вроде как я слышал, что в планах такое есть, чтобы сделать съезд и заезд
вот в районе как раз досмотрового комплекса, в Керчь и выезд из Керчи. Как раз здесь делают железнодорожный вокзал Керчь, южный, задуман еще автовокзал, так что комплекс там грандиозный. Ну и было бы глупо, если не сделать съезд и заезд в Керчь. Вот сейчас мы с вами вместе с этой двухпутной эстакадой пролетели, и перелив там делают сразу, тоннельчик такой. Ну и здесь по старой схеме, видите, выбирают корыто из грунта, потом туда засыпают песок. Послойно его трамбуют, каток катается. Слой затрамбовали, проверили, сдали надзору, технадзору, следующий слой и так до проектной отметки. Ну а здесь уже все, посмотрим с вами, готово. Здесь уже балласт наверху и укладывают шпалы таманского направления. Как раз почти до тоннеля, вдалеке мы с вами видим как раз южный портал, вход в тоннель. Вот хорошо видно все. Тоннель пройден. Идут там работы по отделке, обустройству железобетонной рубашки или монолитной железобетонной обделки. Не отделка идет, а то меня начали поправлять некоторые умники. Именно так и называется, железобетонная обделка. Обделывают. Ну а справа немножко видим... Вот он как раз на схемке, этот тоннельчик, посмотрим поподробнее. Вот как раз справа видим технический тоннель. Это вот будет здесь посты охраны. Объект сам по себе тоннели, подземные коммуникации стратегические, как и мост. И поэтому будет здесь круглосуточная вооруженная охрана и с южной стороны, и с северной стороны. Сверху как раз идет дорога Керчь-Феодосия, и под ней проходит тоннель длиной 1 километр. Вот как раз хорошо видим справа маленький тоннель, на глаз где-то 1,4 метра он в диаметре, технический. Между собой они будут соединены с бойками, большой тоннель двухпутный железнодорожный и маленький технический. Ну а мы подлетели с вами к порталу, сейчас посмотрим на него непосредственно сверху. Видите, справа хорошая дорога, из бетона уложен плиты, дорожные плиты из железобетона. Все уже сделано основательно, водоотливные канавки по бокам этой дороги. Так что вот здесь все уже идет к окончанию строительства. Ну вот, собственно, южный вход в тоннель, южный портал. Как раз вот над ним подпорные стенки и справа, и слева, потому что здесь такая приличная гора. И практически все готово. В тоннель, конечно, нам не удается заглянуть. Так что Андрей Иванович, может, пустит меня туда. Ну, а может, и не пустит. Ну, на этом все. Вот они, блоки лежат еще. На этом все, дорогие друзья, заканчиваю свой очередной обзор. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Вот видите, какая красота. Всего вам хорошего, дорогие друзья, и до новых встреч в новых видео.